Томат Хардсак желтый. Среднеспелый, среднерослый, урожайный сорт для выращивания в открытом грунте и теплицах. Необходима подвязка к опоре и посынкование. Формировать лучше в 2-3 стебля. Крупные, округлые или приплюснутые красивые плоды массой 100-250 грамм, желтые с розовыми штрихами, сладкие, ароматные, мясистые. Цвет плода становится почти розовым при полном созревании. Один из самых ранних двухцветных томатов. Устойчивость к неблагоприятным факторам и болезням хорошая.